привет. Выехал хоть и выходной день, но все равно работа не ждет, не заставляет все равно себя вспоминать выходные дни. Еду на один интересный объект, земельный участок, 1 гектар земли. Примыкает к озеру, к Барановскому озеру. Сейчас еду по этой дороге. Когда доеду, дам потом другую картинку. Покажу само место. Вот. Что хочу сказать. Это земельный участок в аренде на 49 лет. Аренда еще лет 40, наверное. На этом участке находится ресторан. Правда, такой старенький ресторан. Раньше он так в былые времена гудел. Сейчас уже, конечно, требует перестройки, реконструкции. Но сейчас ребята там в аренду взяли это место, сдают летом в беседке. Вот. Почему интересно? Ну, потому что, во-первых, цена привлекательная. 30 миллионов рублей за гектар земли абсолютно ровного, в тихом, спокойном месте, на берегу озера. Наверное, под любой, так скажем, вид деятельности можно его использовать. Как под дом построить, даже можно несколько домов, но тогда придется менять категорию земли. А так, конечно, под базу отдыха классную можно сделать, как для личного пользования, ну так как корпоративного, так и для как бизнес использовать, потому что сдавать очень интересно в этом месте. Там меня было удивительно, когда я первый раз приехал на это озеро, что там есть рыба. Ну, в каком смысле есть рыба? Я сам Багамыский, и на этом озере в свое время по детству ловили там карасей всяких, да, даже не карасей, пескарей, можно сказать. Максимум там какая-нибудь плотва хорошая попадалась. Буквально на той неделе, когда приехал изучить этот объект, увидел, что стоят рыбаки с нормальными такими спиннингами, которые показывают там по интересной передаче «Охота и рыбалка» с такими именно спортивными, что-то пытаются там поймать. Ну, я думал, так, просто интерес какой-то. А потом смотрю, он тянет что-то прям такое тяжелое. Щука. Вытащил щуку, я удивился. А потом у меня говорит, щука, здесь, говорит, развели и карпы, и самые огромные есть, и щуки. Он говорит, зайди, говорит, на YouTube, посмотри, что пишут, показывают про Барановское озеро. Даже рекомендую, прям очень сильно удивлен, что здесь такая есть рыба. Вот мы с вами начали разговор, я свернул с трассы центральной, которая ведет там Сочи-Краснодар, ну, так скажем, с Дагомыса, и вот я уже подъезжаю на это Барановское озеро, сейчас буду сворачивать и дам, еще раз говорю, обратную картинку, посмотрите более близко, что из себя представляет само озеро, место. Ну, конечно, сейчас зима, зелени нету, но тем не менее, вот смотрю, даже людей очень много сейчас уже отдыхает и гуляет. Вот, так что посмотрим сейчас, что здесь есть на этом озере. Смотрите, сейчас сниму камеру. Вот мы едем по грунтовке. Вот уже одна база отдыха, которая именно обслуживает, да, или взяла в аренду именно озеро и вот сдает такие вот беседочки. Смотрите, какое озеро. Оно не маленькое. И вот грунтовка буквально метров, не знаю, 150. И мы сейчас подъедем именно к самому тому месту. Участку и посмотрим именно расположение этого участка. Вот сейчас открою окно. Вот, посмотрите, вот ребята делают для себя отдых, полезный он с удочками, со спиннингами, даже с палатками, прям на удивление. Вот вдали, сейчас мы подъезжаем, чтобы понимание было, как раз тот ресторан, который в свое время, говорю, очень хорошо работал. Сейчас, к сожалению, много
речка. Ну и соответственно вот такое благоустройство есть на сегодняшний день. Мангально-шашлычные зоны, детские развлекательные небольшие там вещи. Вот. Ну и сама территория. Сейчас повторюсь, граничит с речкой, граничит с озером. Ну и соответственно вся такая территория красива. Вот, вот сам ресторан. Растет самшит. Скажем, не весь еще. Поела его бабочка американская. Это такая классная территория. Располагается туда вдаль, абсолютно, сейчас повторюсь, ровная, на берегу речки, и вот такая вот территория. Кому будет интересно, обращайтесь, более подробно расскажу про документы, про другие какие-то нюансы. Ну, так я пока нюансов не видел, не знаю, что может здесь быть такого, что может испугать или не дать оформить сделку. Всем хорошего дня!